купила гигантский антистресс скотч и пластилина. Я уже закупилась. Скотча тут явно хватит, а пластилина подавно. Берем пластилин и раздеваем пакетики по цветам. И получилась вот такая гора разноцветных шариков. Берем зеленый и красный. Кто знает, какой цвет получится, пиши в комментах. Очень большой комок, а таких пакетиков еще 7. Представляете, да, гиганта? Кстати, маленький антистресс я уже делала. И в разрезе он получился просто кайф. Как удержать этот фонтан? Что происходит? Офигеть! Если с маленьким так круто, то что будет с гигантским? Создаем шарик. Кстати, если вы хотите усложнить мне жизнь, чтобы я сделала шар еще больше, то давайте наберем 150к лайков. Я знаю, вы можете. На прошлом ролике задний набрали. Берем скотч. Берем мячик. И погнали обкручивать. Слоев так 200 понадобится, чтобы полностью перекрыть шар. Теперь берем желтый цвет и погнали. Давай на 1 000 000 подписчиков сделаем антистресс со скотчем и арбизами. Как тебе идея? Не забудь подписаться. Желтый прям гораздо легче крутится. Пришло время разрезать антистресс. А какой тут разрез, смотри, у меня в телеграме. Найти можно по нику.